Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купринов Плей, мы... Чё мигнуло? Мы продолжаем с вами Вульфенштейн, The Old Blood. Blood, всё правильно произносится, Blood — это исключение, кто-то пишет, короче, в комментариях постоянно, что Blood, нет, это исключение какое-то, читается как Blood. Поэтому мы с вами находимся в пещерах каких-то жестких. Оп, тихо. Опа, откуда? Откуда? Отсюда, спереди. А кто? Где этот черт-то? А, вон он, сучоныш. Сдохни. Все, что ли? Все. Дилов-то. Неплохо так серия началась. Я не противник, а мы живы. О, спасибо. Вот это хорошо. Понято. Иди сюда. До свидания. Я, что-то не взорвался-то. До свидания. Еще где-то есть. О, нихера вас тут, короче, народу. Еще один всплывет. Сука, столько брони попадало, прям куда-то в никуда. Жалко. Почему ты эту каску... О, нихера, у нее с гарнитуркой. Почему эту каску нельзя использовать как броню? Только не говори мне, что я сейчас прострою этот пулемет, но в нем еще 163 патрона. Я сейчас столько нацистов, сука, мог им повалить. Где вот он, крикнул, сука, где вот он, где? А, понятно. Поехали! А теперь садимся и стреляем. А, нет, все нормально. Пусть там сидят у себя снизу. Сюда они не доберутся. Не буду патроны просирать. А вот здесь кто-то появится, по-любому с какой-то стороны начну шмалять. Главное успеть сориентироваться быстро с какой и не стрелять в обратку. Нихера. Колоколы какие-то. Колокола. Это церковь какую-то строит, что ли? Наоборот, сломали. Где все-то? Я не понял. Где они? Я уже устал кнопку держать. Все крутится. Хочу, чтобы в дьявол какой-то играю. Постоянно надо кнопку держать, чтобы бегать. Вспомнил тут я управление там. Никак не могу найти нормальную версию Diablo 2, чтобы поиграть, короче, в нее на семерке. Без всяких лагов, багов и глюков. Это очень херово. Так, а что, надо отстреливаться от кого-то? Что не так-то? А-а-а. Опа. Ну, пойдем. Захотелось что-то в Диабло погамать, прям реально. Вот во вторую, пройти ее для себя, вспомнить еще разочек. Я ее проходил один раз, было сложно. Я играл за некроманта, короче говоря. В конце концов, надо было с Диабло самим бороться, драться. У меня воскрешать-то некого было. Все было очень печально, пришлось с него пару раз бегать, ударять, потом назад бежать, лечиться, портоваться, покупаться, опять бить, опять лечиться. Была полная жопа, это, короче, ушло. Открыто достижение свободы, я выбрался! Короче, я убил, наверное, час на него, если не больше. Это было классно. Это был первый и единственный раз, когда я прошел Диабло. Поэтому захотелось еще. А чё, куда? Нет, туда я не пойду, нахер. Все, хорош, крутись. Вроде подъемов никаких нет. А мне куда? Чего? Ну, свободен я. Ну, молодец, как бы, да? Можете спеть песню еще мне до кучи. А куда идти-то? Я не хочу прыгать вниз. Там всяко смерть. Он просто туда, он куда-нибудь укатится, и все. Ведь ни проводов, ничего никаких нет. И цели никакой нет. Странно. Ну, пулемет я выбрасывать не хочу. Вроде по скалам не залезть. Вниз спрыгивать. А! Ну, конечно. Поехали. Вот так вот. Только, короче, привыкнешь к пулемету. Только влюбишься в оружие, как тебе говорят. Лезь наверх, выбрасывай пулемет и лезь. Ну, окей, ладно. Опять они. Мозг, кстати, скрипит. Очень сильно скрипит. Во. Не успел сказать, как он на туре заскрипел. Ну-ка. Тихо, не падай, мать, не падай. Мать, отец, кто ты, мост-то будешь-то? Прям под ногами сейчас хрустит, беги быстрей. Все, нормально. Даже не обвалился, ты посмотри. А, нет. Чутка отогнул. Ой. А, это пулемет мой, думал, что-то просрал. Сука, как же громко эта падла летает. Я где вообще? Обратно в замок, что ли, возвращаешься? Только отсюда сбежал. Как ты там, бласковец?
Не, походу, это не в замок, а куда-то наружу. Опачки. Бляха. Успел. Так, спокойненько. Замечательно. Спалили, падлы! Опять! Опа, золотишко. Иди сюда. Так, ну что, поехали, пацаны. Подходи сюда прям. По старой проверенной схеме. Просто ждем всех и забиваем прям в углу. Только не гранату. Ай, суки. Здоровый пришел. Все подряд. Встречайте, товарищи, гостей. Давай. Давай быстрей. Чего так быстро стреляешь-то? Сейчас ползу его с другой стороны. Будет знать, падла. Ба-ба-ба-ба-ба! Уа, он сзади взрывается! Во, я ж говорил, должна эта херня прокатывать. Еще что ли один такой? Ну чё, не идем-то, пацаны, вы чё затухли-то? Давай, подходи. Не ори. Ахтунг, ахтунг, херах. Опачки. И музычка пошла. Чуешь накал страстей? Кто, бляха-муха, стреляет с одним патроном в обойме, а? Кто, кроме меня? Где еще? Ой, там пулеметы, сейчас будем стрелять. Ой, нет, походу дело сейчас с истребителем в натуре сюда прям полетят. Если нам дают пулемет в ту сторону, значит будет все печально. Тем более, что сигналка не сработала, значит самое сражение впереди. Ну да, вот эти падлы подлетают. Давай быстрей. Быстрее! Отлично. Дальше! Или их только два было? И то только ради этого стоило подцепляться к пулемету? Скучненько. О, нормальненько. Так, пойдемте дальше. Короче, здесь что-то очень плохое. Блокпост. Ничего ни хера не охраняется. А вдруг сейчас самолет полетит? А сбивать-то его особо и некому. Тут два каких-то дебила стоят, охраняют. Странно, странно, очень странно. Надо было... О-о-о! Думаю, скорее, Биджей. В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? Ты о чем? Вылази! Не понял? Я понял, что надо думать быстрее, но... А... Это как так? Найти... А, я уже в городе, смотри, практически. Он мне говорит найти таверну. Вскрывай из попол! Сука, думай быстро. О-о-о! Убей его! О, отлично. Забил прям внутрь. Понятно. Я уже почти на улице. Практически. Практически я на улице, потому что там было задание найти таверну. А, из лифта тихо, надо выбраться отсюда. Сейчас отстреляем, маленько выберемся. Ну умри ты уже, паскуда. Да вы что там, бесконечные что ли? Так, ладно, все, валим вот сюда куда-нибудь. Ой, как я к тебе пришел-то вовремя, чувачочек. Хорош. Да не дури ты, ну. У них здесь сигнализации, по-моему, нет. Так бы она уже давно, наверное, заиграла. Че, максимум везде всего? Это под... Я думал, сначала показалось, может, это нет, что-то блестит. Оказывается, нет, живой солдат. Все. Что-то давно никаких документов мы с вами, кстати, не находили. Меня это немножечко печалит. Раньше их было полно. Просто потом пошел, короче, экшон полнейший. Тут уже не до документов, ни хера. И здесь реально... Подожди, это не тот ли был кост, где мы проходили? Да ладно, это, по-моему, он самый. А может и нет. Отсюда выходил этот здоровый немец с собакой. Паскуда. Все, я все поднабрал, все максимум, все красиво. А документов так и нет. И здесь тоже ничего нет. Ну ладно. Нет, так нет, не особо расстроюсь. Главное, что стреляем хорошо. Опачки, пойдем. Все! Ха-ха, улица! О, что-то тут слишком сейчас лихое сражение это будет, я чую. Где все-то? Опа, понял. Один меня уже запалил. Ну, конечно. Свидание. Отличненько. Пока. Я тебе сейчас дам гранаты. Эх, ты ж красавчик-то какой!
Нихера себе докинул, как четко. Ну-ка, встань. Давай, 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 давай. Прям четко на перезарядку встал. Молодец. Где остальные? Так, тихо, вот один. Шапки разлетаются у них только так от этой пушки-то. Опа. Иди сюда, Ямакаси Херов. Вставай. Еще один. Где-то вот тут ходит. О, нихера. У тебя что тут за патрон? Тва танковый, что ли? Ты смотри, проломил ему, короче, заграждение. Просто так. С одного выстрела, короче. Так, ладно. А, у меня полно патронов, пока можно пострелять. Еще уйди отсюда. 40 патронов для нее еще. Отлично вообще. И ты что, не помер-то? Все? Нет, еще один. Давай! Где гранат? А, вон она, паскуда. Беги! Нормально. Так, еще откуда-то тут стреляют, непонятно. Вылази! Или я тебя убил? Непонятненько. А, вот ты, сученыш. Есть еще что? Вот-вот-вот, еще один. Стой, 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 на месте. Давай. Пока. Не надо. Какие гранаты, чувак? Эй-эй, а что не взорвалась машина-то, я не понял. О, неплохо. Эх, не попал, ты посмотри. Ну, вас попади в машину, твою ж мать. И не задел его, ну так не вовремя. Сейчас с этой стороны побежит, давай. Сука, не попал. Сейчас гранату кинет. Не успеет. Так, все, хорош, сейчас все патроны просрем для этой снайперской винтовки. Она нам еще пригодится, поехали с этой. По старинке. Это что? Не то. Один. Ни одного. Так, здоровье, все максимум, все максимум. Тихо, тихо, тихо. Главное, чтобы в эту тачку не попали, иначе меня жахнет оттуда. Откуда он стреляет? А, вот он, пардон. Вставай! Садись. Нормально. Все, делов-то. Что-то у этой тачки взрыва вообще никакого. У нее радиус-то какой? Она взорвалась тут, а он вот тут, короче, взял и не помер. Это что такое-то? От тачки, по-моему, должно относить метров на 100. Какие-то херовые у вас либо тачки, либо бензин какой-то не особо горящий. Шедевр. Вот это четкое приспособление. Че, где открыть-то? Вылезти отсюда, что ли, или что? Эй, Бласковец, ты на... А, не, через окно же ты не вылезешь. А, ёптыш. Незаметненько, между прочим. Сверху там... Вот это поворот! Где бензобак у них? Я не хочу туда спускаться. Я хочу сначала найти место, где взорвать обе машины. Это же возможно? Но обычно взрывается то, что выделено красным. На этих машинах красного вообще ни хера нет. Это как-то нелогично. У них же должен быть там бензобак. Вон, например. Или газовый бак. Хотя там на газу-то еще машины не ездили. Чего у них взорвать-то? Вот это плохо. Вот это, короче, мне не нравится. Ой, началось. Ну-ка на, сука! Ну-ка на-ка! Ну-ка на-ка! Эй, хорош, ребятки! Умри! Во, нормально. Так, а где прятаться-то быстрее? Эх, нихера ты пришел! Да сдохни ты, сученыш! Так, греночку, греночку! Вот тебе по одной, чувак, лови! Далеко ты все равно не убежишь. Помер? Сука, какой живучий, ты посмотри, а! Я что-то в очень затруднительном положении нахожусь. Так, 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 иди сюда. Да умри ты, ёб твою налево! Отлично. Следующий. Так, почти близко. Опа. Ха-ха, вовремя-то, уйди. Вовремя отошел, она прям на одну палочку там валялась сзади. Так, теперь можно, собственно, и... А есть что-то броня-то какая-нибудь, нет? Вот с этих давно полно брони-то попадало. Сейчас все соберу. А я тебе дам гранаты! Во, хорошо. Так, бронечка. Отлично.
Твою мать, сука! Так, давайте-ка я попробую вот этой херню расстрелять. Может, так получится? Не попал. Но ему-то в меня сложнее по... Какого хера он так четко простреливает-то? А я что-то вообще не попадаю в него. Не, так мы с тобой далеко не уйдем, товарищ. Какой-то он бесконечный стрелок. Эх, давай быстрей! Быстрее! Теперь то же самое, только в обратной последовательности. Бегом, 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 бегом! Куда ты уехал-то, дурень? Так, один выстрел требуется, чтобы ему сбить нахер все вообще. Ну, это снайперская винтовка, все правильно. Эх, два! Два, по-любому надо два. Давай, 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 давай! Знал бы, сука, всегда бы с ним стрелял. Прощай. Пес. Сейчас жахнет. Отлично. Во. А вы говорили, не справимся. Кто говорил, не справимся? Ты говорил. Зря. Справились же, красавцы. Очень много брони. Очень много всего. Воу! 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 Сука! Динозавр! Падла! Где дробовик? Быстрее! Беги! Беги, бласковец! Сука! У него где-то была синяя П-точка, я помню, я видел ее. Бляха-муха, а куда? Опачки! Тебя вообще можно убить-то, нет? Эй, тварь, отвали! Ну, походу, можно, если дают-то. Точно, точно, около машин! Около машин ее надо взрывать! Нихера себе! Вот это она ворвалась! Это я, кстати, затупил, надо было взять этот... Пулемет из-под этого чувака. Вот он валяется. Но! Она меня утоптает сейчас. Эх, ты ж, ёт, так долго думал-то как, молодец! Бери пулемет! Иди сюда! На, тварь, сука, сдохни, паскуда! Ублюдина. Кто там еще-то? Так, все, отходим. Выкинь его быстрей. Выкинь, выкинь, выкинь его нахер. Собираем, собираем, собираем пожитки свои быстрей. А броню какую-нибудь, еще что-нибудь типа того. А нет брони-то нихера, я все собрал. Дурень-то. Знал бы, не собирал. Так, вон там вижу броню, вон там есть фот какой-то. Вот еще, отлично. Где броня? Вот здесь и будем сидеть. Опа, одного заметил, спокойно. Так, мне срочно нужна броня. Брони, очень много брони. Заходи! Так, все там. Перебегаем. Опачки, отлично. Так, а вот и броня. Подоспела вовремя. Где эта паскуда была? Отлично. Ну, после динозавров мне уже ничего не страшно, в конце-то концов. А где они стреляют? Ага. Взорви ее! Взорви эту сраную машину! Никого не убил, прикинь. Сука, как стало сложно с ними сдраться-то вообще. Вылази. Вылази. Я тебе все равно сейчас руку прострелю. Так, отлично, осталось несколько там народу. Совсем чуть-чуть. Пока. И ты. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Это суки какие, а? И ведь стреляют, насрать все. Так, надо куда-то подбираться поближе. Здесь слишком как-то невыгодная позиция. Опачки. Это я что-то пропустил. Так, допустим. Ага. Я думал, ты помер уже. Нет, он живой еще. А вот теперь все. Ну-ка стоять на месте, падаль! Как я выцепил его, прям в маленький миллиметр попал. На-ка! Вылази! Пока. Все? По-моему, больше никого нет. И это хорошо. Да, это был последний. И наша успокаивающая музыка, которая только что кончилась, нам об этом
предвещает, так сказать, напоминает и говорит, что не волноваться не о чем, все нормально, все мертвы, ты герой, ты красавчик, ты молодец. Мы такими темпами весь город нахер повзрываем, если так дальше пойдем. До города, говорит, нам надо дойти. Подерборнский мост, поехали. Бляха, ну динозавр, конечно, был внезапный, вообще вылетел просто из ниоткуда. Я думал, там какой-то надо специально подойти на какую-то определенную точку, чтобы он вышел. Обдумывал весь этот план действий, он, сука, взял второй раз и выскочил. Насрать ему был на весь мой план действий. Вот так, что ли? Да ладно. Бласкович, он же популярный пацан-то. Его теперь должны все знать. Бласковиц. Или Бласкович, кому как угодно. Он собрался идти в город на встречу со Связным. Там как его зовут, Связного-то? Типа вот просто так его на улице никто не узнает. Мне кажется, это сомнительная какая-то перспектива-то. Солнце. Ха. Ты смотри как. Лучики, все дела. Типа никого не будет? Внимание у жителей Падерборна! Введен комендантский час! Опасный преступник на свободе! Ходить по улицам ночью опасно! Не открывайте никому двери и не подходите к окнам! От любых подозрительных событий сообщайте властям! Окей. Это город, кстати. Хера себе, мы уже в городе. Из здания, я не знаю, что-то вот прям взглянул вот так вот, вот именно на эту картину, вот именно на этот план. И мне почему-то прям вспомнил сейчас Стронгхольд, я не знаю почему. Кто в Стронгхольд играл, возможно, того посетила та же самая мысль. Прям что-то очень сильно похоже. Вот эти каменные башни и в сочетании с обычными деревянными домами. Прям что-то реально напомнило. Может, я думал просто про него недавно. Хер его знает, это реально прям что-то выскочило перед глазами. Бывает такое, что поделать-то? Да ну? Здесь так все спокойно, что ли? Ай, конечно, спокойно. Я уже слышу этих немецких ублюдков, ходящих вот здесь вот, фашистских свиней. А, это бомж! Четкий пацаненок вообще. Че тебе надо? На, мелочишки-то, ёпта маленькая, жалко. На, супчик тебе. Остерегайтесь волков, добрый человек. Добрый человек. Я не понимаю. Слышите, как они зубами с вами щелкают? Обычная уличная пьянь, ничего страшного. Главное, что он предупредил меня за супчик за свой. Говорит, остерегайся, бласковец волков, остерегайся! Ладно, как скажешь, старый пес. Вот и таверна. Сюда-то мне и надо. Нарцисс тонет в свете луны. Я бы лично мне Смит сказал, да и насрать. Я отведу вас к Геру Кеслеру. What's your name? Как тебя зовут? Аннет. А вас? Уильям Джей Бласковиц. Уильям Джей Бласковиц, армия США. Вас так и зовут? Отец звал меня Билли Бой. Билли Бой. Странное имя для взрослого. Некоторые зовут меня Би-Джей. Это мне нравится больше. Вы похожи на Би-Джея. Спасибо. Наверное. Опа, подожди, мать. Рано открывать. Сейчас залутаю все. Потом вернемся к тебе. Где секретные области? О, золотишко. Отлично. Герр Кеслер там, господин Би-Джей. Ну давай, веди меня к Герру Кеслеру в конце-то концов. Ladies first. Дамы вперед. Аннет, кто это? Это господин Би-Джей, Герр Кеслер. Он знает пароль. Здорово, Би-Джей. Уильям Джей Бласковиц, армия США. Yes, I recognize да, я помню ваш голос. Where's your friend? Где ваш друг? In Abraham's bosom. В лоне Арварова. Мертв? Аннет, девочка моя, проверь окна, потом спускайся и спрячься в пещере. Да, Герр Кеслер. Что происходит? Твою мать! Я спас ее, не ссы, Герр Кеслер. Открыть люк в подвал, окей. Подожди с моим люком. Тут что-то прям много всего еще есть. Сейчас, подожди, потерпи, Анетта! Улучшение здоровья, да ладно! Нихера себе, вот я бы сейчас открыл лук и ушел, и остался без улучшения здоровья, прикинь? Эй, сука, какие. На панике хотели меня развести, а где улучшение брони?
теперь у меня 200 здоровья, что ли, будет? Давай быстрее, Герр Кеслер! Займитесь нацистскими свиньями, Ангелфласкес! Убейте их всех! Они в пивной! Ломайте дверь! Заприте на замок! Не открывайте, пока я не разрешу! Поехали! Герр Кеслер, сука, подставил меня! Так, это что такое? Куда ты тут залез-то, дружище? Идите отсюда! Назад, нацистские свиньи! Ты где тут оказался-то уж как быстрее меня? Улучшение здоровья 3, нихера себе. Чё я делаю-то вообще? Не заметил, куда кинули. Где? Ага. Пока. Пока. Так-то можно их вообще нормально расстреливать. Только под... Я тебе сейчас дам гранаты! Не кидай меня. Вот туда кидай, правильно. Все, пацаны, заходи, он мертв. Пацаны, он мертв, заходи. А, дурачки. А, сука, нет, нет, нет. Нет. Убей его в бак. Бляха, в бак. Нет, ладно. Вот откуда она взялась тут? Сука, тварь. Уйди. Да сколько же вы в мире чертовых наций? Сука, действительно. Я их сейчас из окна буду расстреливать, так еще быстрее. Давай, давай, заходи. О, не-не-не. Сейчас кто-нибудь в окошко полезет, прям приму только так его. Что-то здоровья у меня маловато. Я, по-моему, в третий раз блокировку открыл, а что за херня? Давай, кидай. Кидай, кидай. Правильно, кидай, кидай. Ах, пришел, да, чувак, ты не вовремя. Давай, давай, давай. Я не буду высовываться в окошко, я не дурак. Давай по одному прям заходи. О, красавчик. Пока. Вот тут встал. Почему все залазят с той стороны-то, я не пойму. Кидают веночку куда-то непонятно вообще. Заходи, о. Пока. Ну, давай, давай, давай. Кучи все. Давай. Ну и где полезем? А чё не лезем-то? Э, Сыкло, заходи! Я встречаю вас вообще со всей душой! Открыт для общения! Прям в окошко кидают. Они куда-то сзади, на меня это не действует, ребят, бесполезно. Ну вы чё, свиньи нацистские, заходи, сука! О, пришел, молодец! Давай, давай, давай! Все следуем примеру своего товарища! Гранаты кидайте, заходите после них. Оп, спокойно. Слишком это было близко. Что-то не хотят они сюда, короче, десантироваться вообще никак. Ать, пока. Да кидай, кидай, кидай. Да ты, дурень, лезешь. Все, что ли? Нет, еще где-то один есть. Один, по-моему. Сука, далеко. Ох, нихера вас тут! Гранаты, ёпты! Гранаты, ёпты! Гранаты, говорю! О, кого-то разорвало, хоть раз кого-то с гранаты убил. Отлично. Ну, долго там телиться-то будем, нет? Главное, чтобы дверь центральную не сломали нахер. Иначе это будет печально. Куда ты... Так, они, короче, обступают вообще со всех сторон. Ага. Один сейчас зайдет. Или не зайдет. Чё за прикол? Заходи! До свидания. Никто не хочет в упор заходить. Смотри, циклоны какие, а. На. О, нормально пролетело. Нет, чувак, тебе сюда не дорога. Ах, поздно, поздно, поздно! Нормально. Ну давай, 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 черти фашистские, заходи. Уйди отсюда. Все что ли? А, вот и все. Пора открывать погреб. Может, нет? Все проверил. Красавец. Держим оборону. Когда ты держишь оборону, самое главное просто занять самый... Да подожди ты там ломиться-то. Самое удобное место, где ты будешь в самой выигрышной позиции, а враг будет отсасывать от твоих выстрелов. Вот и все. Собственно, мы так, в принципе, и сделали. Потому что враг заходил и сразу нарывался на выстрелы из нашего дробовичка. А мы ничем не рисковали, мы просто сидели и отстреливали. Такой же камин был в замке Вольфенштейн, кстати говоря. Что это мигает?
Отлично. Выходи! Всего максимум, представляешь? Okay. Ладно! Все нацисты мертвы, можно! Американец! Твою мать! Это что за херобора такая? Сука, он с двумя этими! Ты угораешь, что ли, нет? Ни хера себе! Вот это поворотик, куда ты едешь-то, дурень! О-о-о, это будет жестко. Не-не-не, чувачок, не-не-не. Не-не-не-не. Эй, ты мою последнюю защиту-то не сбивай, ублюдок! Ох ты, нет второго этажа-то! Он сейчас взорвется, по-моему, весь вообще. А-ха! Ну это, наверное, главарь какой-нибудь трехразовый будет. Ты по одной запчасти, что ли, от него будешь там? Дурак ты, сука, бласковец! По одной штучке, прикинь, по одной! А ты быстро поворачиваешься, нет? Ой! Он вообще невообразимый, короче, прикинь! С двумя! Надо на улицу, наверное, было выбегать. Точно! А что ты по зданию ты бегал, дурень? Так, я что-то не собрал, наверное, здесь. Или все собрал. Ладно, поехали. Okay. Nazis are all dead. Надо, короче, you выбегать can... на обратную сторону. Never mind. Да. А, там все завалил, туда не выбежишь. Ладно. Спокойно. Ну давай, давай, давай. Ну! Отлично. Он в натуре так по одной покрышке от него будет отрывать, я полдня с ним буду драться. Сука, все разносит, смотри, в упор прям. Ну, 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 ну! Хорош! Лови. Бляха, по одной реально запчасти, прикинь. Ой, тут много где спрятаться-то можно, что я тупил? Тупил-то. Ага. 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 Давай, сученыш! Все, последний осталось. А-а-а, вылази! Бляха, американец! Да! Неплохо так. Здоровый, сука, здоровый! Подожди! Это прикол или что? Куда ему стрелять-то? А, вон, в центр. Все понятно. Он ему защиту разодрал последнюю. Фашисту, фашисту, да. Повернись, мудила. Да ты че, твоя сраная пленка вообще ничего не пропускает, что ли? Гребаные бронежилеты напридумывают. Да сдохни ты, ублюдок, ну... В смысле ты неуязвим в этой броне? Пошел ты нахер! Неуязвим, он говорит. Еще как уязвим, собака фашистская. Опа. Да хорош этот горланить-то. На, неуязвимый, сука. Может ему руки отстрелить еще до кучи? Тебе мне не достать. Это мы посмотрим, чувак. Это мы посмотрим. Да бляха, он реально какой-то непробиваемый. Кровище хлещет, а он не убивается. Здорово! А, мудак! Ублюдок, сука! Говна кусок! Заткнись там тоже. Опа, 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 опа. Фу, это же этот старый знакомый. Паскуда. А он что-то какой-то маленький, по-моему, по росту был в этой херне. Мне очень жаль вашего друга. Спасибо. Как его звали? Уэсли. Уэсли. What about the girl? А что насчет девушки? Она идет с нами. I mean, what's her story? Я хотел спросить, кто она вообще? Спасена из депортационного конвоя в Ульфбурге. Семьи нет, я все, что у нее есть. Почему ты, бласковец, не можешь ходить на уровне с ним? Только в Парисе, да? Я не хочу смотреть на мужскую жопу.
Тайная пещера? Да ладно. Натуре тайная. О, сколько бумажек-то можно почитать, нихера себе. Статья «Трое анархистов казнены за измену». Берлин, 4 апреля 1940 года. Трое анархистов, женщины и двое мужчин, студенты. Члены местной террористической группировки были вчера казнены через повешение. Все казненные были приговорены к смерти, поскольку распространяли на улицах Берлина опасные пропагандистские анархические листовки, направленные против фюрера. Ядовитые идеи распространяются в некоторых кругах студенческого сообщества. И это грозит опасностью не только нации, но и тем мужчинам, которые ежедневно рискуют своими жизнями на фронте, сказал палач Эрнст Дитрих зрителям, собравшимся посмотреть на казнь. Такое поведение будем карать жестко. Опасный, сука, парень. Записки Кеслера. Я никогда не забуду твои слова, Софи. Не верь властям. Защищай права других людей. Сражайся за равенство для них. Будь добрым. И за это они убили тебя. Я завершу начатое тобой, любовь моя. Буду ли я когда-нибудь уверен в безопасности Аннет? Может и нет. Она говорит, что хочет найти свою подругу в Ульбурге. Когда-нибудь мне придется ее отпустить. Опа, письмо Софи. Нормально, так бумажки искали-искали, а вот они появились. Берлин, любовь моя, опасные стекла дробежат от порывов холодного ветра, что беснуется снаружи. Я сижу здесь, пишу это письмо, а сама думаю, чем ты сейчас занят? Готовишь репортаж, за которым охотился? Я знаю, тебе тошно работать журналистом под властью Рейха. Если тебе кажется, что единственный выход покинуть страну, я последую за тобой куда угодно. Может, в Англию? Кажется, у тебя там были друзья. Да, я тоже по тебе скучаю, я бы солгала, если бы сказала, что не лежу по ночам с открытыми глазами, думая о тебе. Порой я просыпаюсь и краснею при воспоминании о лихорадочных снах, в которых ты мне являлся. Я и сейчас краснею от одной только мысли об этом. Как мне хочется, чтобы ты сейчас оказался рядом, чтобы я могла коснуться тебя, ощутить тепло твоего тела. Погода в Берлине намного холоднее, чем должна быть в конце сентября. Город меняется. Каждый день я слышу за окном грохот их сапог. Подумать только, столько больших бед из-за одного маленького человека. Не страшно за нашу страну. Вчера мы с Анной решили сходить в кино. Когда сеанс закончился и мы вышли на улицу, за нами увязалась группа ребят из Югенда. Один из них, оказывается, читал мою колонку в газете, и он решил, что ему не нравится мой тон. Или я сама. Они нас преследовали, выкрикивали нам вслед всякие гадости. Но как они ни старались, им не удалось нас запугать. Мы не позволили себя запугать. Не волнуйся, любимый, мои друзья меня оберегают. Рядом со мной всегда кто-то есть. Кто-то, кому я могу доверять. Не могу дождаться, когда же ты вернешься домой. Со всей любовью, Софи. Окей. Рецепт. Господину Людвигу Кеслеру. Адрес Кёнигштрассе 12. Барбитал, 1 миллиграмм при депрессии. Принимать согласно рецепту. Барбитал. Понял? Будет депрессия, принимай барбитал. Согласно рецепту. Так, что, время у нас? Давайте на этом на сегодня закончим, я так понимаю, в следующей серии... А, нет, еще одно письмецо. Листовка «Немецкая молодежь, поднимайся!» Товарищи немецкие студенты! Наш великий народ находится под властью извергов, ненавидящих свободный дух немецкого студенчества. Система образования постоянно разрушается изнутри моральной элитой, выдвинутой в лидеры студентов. И гауляйтерами партии. Это не что иное, как позор. И хотя давно пришло время подняться и возвысить свой голос против этого, молчание становится оглушительным. Может ли быть так, что мы, народ Германии, заслужили все это? Нашей стране уже приходилось бывать в когтях ужаснейших тиранов, но сейчас мы подчинились самому чудовищному из них. Я точно знаю, что многие из вас согласны со мной, и я знаю, что многие из вас боятся говорить. Но если этого не сделать, знайте, они придут за вами. Они придут за немецкой молодежью. Когда настанет час, Гитлер отправит наших сыновей и братьев на войну, и кровь их прольется на чужой земле, и мы ничего не сможем с этим сделать. Неужели мы позволим партии фашистов привести нас к неминуемой катастрофе? Или мы сумеем изменить курс, по которому движется наш народ, направив его в будущее, свободное от тирании? Выбор за вами. Немецкие юноши и девушки, поднимайтесь! Защитите доброе имя нашего народа! Не позволяйте ему скатиться в бесчестие! Сражайтесь с фашистами и их гнусным режимом за свободную Европу, свободную от оков идеологического образования Адольфа Гитлера! За Европу, где все будут равны! Вставайте! Иначе может быть слишком поздно! Софи Кеслер, студентка философского факультета, Берлинский университет. Ну так вот, давайте на этом мы на сегодня закончим. На этих патриотических поднимающих листовках, направленных против этих фашистских свиней. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Нельзя мне так много читать, у меня язык забалтывается. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.